Итак, господа, всем огромный привет. По первых строках нашего обзора мебельного, видите, 29, очень солидный такой немецкий стол, удобный вообще, класс. Сейчас этого никто не делает, причем давно, но эти столы живут очень долго. Очень долго вот такие вот столы. Просто живут и все. Вот стоит там 10 евро. И все, вопрос решен. Кожаный диван 89. Такие кресла. Вообще тут можно нафаршироваться. Вот 39. Дуб. Да, дуб. Дуб. Дуб дубом. Вот, смотрите, круглый стол. Ну, 39 за него хотят. Видать, что-то в нем кому-то понравилось. Такой, да, такой круглый столик. Три пачки ненастоящих сигарет. Тоже вишневый шпон. Вот, смотрите, трон какой, бош, ротанговый, бош. Тут какой-то должен, какой-нибудь индейский какой-нибудь вождь восседать, какой-нибудь последний из магикан Фенимора Купера. Ой-ой-ой, это же надо, кто-то его купил и тащил откуда-то, представляете, какой был. Какой был предприимчивый человек. Боже. Это вообще. И вот теперь этот трон здесь. Как и все остальное. Картина 69. 55-й год. Хотел сказать, фотограф, художник, какой-то художник мутный. Вот вам, смотрите, стильный диванчик, да? Стоил когда-то огромные деньги, потому что это очень дорогая работа, вот это все. Форма абсолютно осталась той же, первозданной. 99 тенге он сейчас стоит. Смотрите, проклепан. Очень стильный. Такие обычно ставят на проходной в публичном доме, вот такие диванчики. Такой на двоих, так, знаете. Так, что еще здесь? Вот такой вот вариант. Дермантинчик, типа кожи 69, вообще копейки. Ну, тоже, кстати, очень качественный. Смотрите, он не потерял никаких своих фертигкайтен. Так, ну, пойдем немного вправо. Немного вправо. Интересные какие-то картинки. 49 своеобразные. Вот такие миниатюры по 19, литографические. Плохо, что отсвечивает, господа, вы знаете, ничего невозможно рассмотреть. А в таких вещах надо вот детально сидеть и целый час смотреть на мимику. И вообще, что хотел сказать художник, смотрите, все очень мощно. Это почти Брегель. Ну, такой, правда, юмористический Брегель. Вот тоже 19.
Какая интересная змея здесь. На дереве какой-то змей. Вот я попытался вам показать. Так, хорошо. Очень крутой латенрост. 1 метр на 2. Сейчас такие гадкие делают латенросты вообще. Так, что еще у нас здесь есть? Разнообразные буфеты, какие-то витрины. Вот видите, какой 79 кухонный. Кстати, ну такая, это мягкое дерево, ну так ничего. Стекла очень дорогие, вот эти вот. Кухонненький такой. Еще один. Вот солидоловский такой, 79, классный. Все эти вещи, они очень нужны в том отношении, что они много места не занимают. Их так и проектировали, очень экономны они в плане того, что места много свободного. Потрясающие дутые стекла, ручная пайка, вернее лужение. Класс, потрясный. Еще буфетик 79. Еще буфетик 59. А эти вещи в хозяйстве очень нужны. Во-первых, это романтично, интересно, колоритно, оттуда. А все, что оттуда, нам нравится. Видите, тоже. Но это что-то верхняя часть, мне кажется, не с этой оперы. Да. Ну, что делать? Какая мощная. Вообще, не знаю, весит, наверное. Страшно подумать, сколько 79. Все это весит очень. Вот огромная витрина. Вот буфетик очень потряснейший, из твердой породы дерева, не дуб. Может, это там бук какой-то. Вот гардеробчик 89, дубовенький, ребята. Видите? Вот арт-деко 69, 20-е годы, а то и раньше. Какой-то ужасный какой-то, просто невозможно его назвать ничем. Смотрите, видите? Все есть. Вот это что классно, это ореховые вот эти вот шпоны вот эти, это, конечно, это что-то. А так вообще само строение такое, конечно, на любителя довольно. Довольно-таки на любителя. Вот такая бабушкина скамья. Очень качественная, смотрите, эти подушки, этот велюр, боже мой. Сколько здесь было сказано всего. Какие-то нравоучения, какие-то, типа, вот будешь делать так, значит, все. А вот если сделаешь так, как я скажу, значит, будет отлично. Вот примерно в таком плане. Дачная такая скамеечка. Ведро жареных семечек и вперед, и вперед. Все романтично, старо. Столик копеечный. Рублей за 20.
или за 29. Вот. Вот тоже 29, смотрите. Его не сдвинешь. Еще всякие здесь эти молочники, сахарницы. Ну, это вообще такая старина. Предание старины глубокой. Еще картина какая-то. Вот какой комод. Ух, три ящика прям выдвижные. Вау, 59 евро. Фу, вообще копейки. Гобелен. Картина маслом за 19 всего-то. 19. Просто даром. Видите, вот шкафчик простенький такой, но он из дорогих. Тут качество, ребята, такое очень-очень. Все это деревянное. Все это 50-е годы. Чистые стекла. Ну, стиль. Квадратин. Ну, что делать? Не все же должно быть рустикальным. Что-то же должно быть и квадратным. Но зато в порядке, так сказать. Все нормально. Очень качественный шкафчик. О. И мне прикалывают, что стекла чистые. Видать, еще люди были нормальные. Видите, какие здесь трио, которым нет цены. Смотрите, вот. Это вообще антикварщина, конечно. Просто вообще, смотрите. Это вообще что-то дремучее довоенное такое. И вот эта вот основа, на которой оно стояло в печи, оно, видите, не глазурировано. Это вот по обратной стороне всегда видно, что это старая вещь. Очень старая. Эшенбах. Много красивых вещей. Хученройтер. Вот это что-то такое, это Япония, что ли? Вот 189 рабочий, представляете? Как можно здесь красиво, вот эта штучка классная, на ней там все писать. Дебет, кредит, там все, да, прелесть. Кстати, интересный экземпляр, господа. Вишневый буфет. Дорогой до беспредела. Был дорогой раньше. Сейчас он стоит 169. Но это просто, это, конечно, это просто вообще мечта. Состояние, не знаю, видно, там люди вели настолько тихую какую-то жизнь. Какую-то боялись друг друга. Каждый из них сидел в своей комнате. Видите, все вот это вот, они все боялись друг друга, ходили по очереди на кухню там. В общем, настолько были преисполнены вот этой вот такой вот, внутри себя какой-то такой вот. Шторы у них были закрыты, потому что сразу видно, смотрите, он абсолютно не засвеченный солнцем. У них были всегда закрыты шторы, они выглядывали из-за этих штор, и там кто-то проходил, а думал, никого нет. На самом деле вокруг полно людей, просто каждый там из-за шторы где-то, из своей комнаты там втихаря, знаете, так выглядывал там аккуратненько. О, смотрите, как тут все вообще
Причем это уже было сделано, это Нагимахт, это уже потом. И вот эти люди, которые были преисполнены там своих каких-то внутренних страхов там и подозрений, они, видите, складывали здесь вот, здесь золото, здесь бриллианты, здесь, значит, еще что-то. Вот. И очень боялись, чтобы никто не увидел, как у них это все устроено. То есть все ценности здесь. Смотрите, как аккуратно. Вот досточка вырезана, даже отлакирована. То есть Шерлок Холмс много бы смог о них нам сказать. Шикарный буфет, смотрите. Это стоило страшные деньги. Смотрите, даже внутри ящика идет вишня. Потрясающе. Все. Эти вещи не видели солнца, не видели вообще никого. Гости не приходили. То есть полный интим, отсутствие присутствия. Значит, голод, который длился неделями. И может быть раз в неделю кто-то пробирался в какой-то магазин, покупал какие-то скрюченные какие-нибудь там хлебные изделия, ведро маргарина. Вот. И опять пробирался к себе домой, чтобы продолжить вот эту тихую и неброскую жизнь, такую скрытую. Вот. Ну, вот такие вот есть люди. А что, мы не читали с вами «Человек в футляре»? Читали. Эшенбах, ребята. Все мы с вами читали. Шикарный столовый Эшенбах, смотрите. Террина, модерн, 70-е годы. Можно мыть в посудомойке. Смотрите. Таким вещам нет цены, господа. Все, Западная Германия. Никто не ел, не пил. Все корпел над этими вещами, знаете. Все радовался, что вот есть, есть у нас. И даже три подсвечника абсолютно, абсолютно не тронуты ничем. Вот так, господа, это вам капитализм все. То есть наслаждение от обладания, да, и неиспользования данных артефактов налицо. Посмотрите, 25 евро. Такой вот интересный. Да, 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 да. Картина морского боя. Так что вот такие, господа, у нас вопросы возникали сегодня и ответы. Вещи есть. Было бы желание, куда их определить. Вещи есть. Есть шикарные тарелки. Арнсберг. Есть красивые сервизы. Шикарнейшие. Сколько он стоит? 19. Это вообще ничто. Смотрите, какое богатство. Смотрите, какая циролка. Это, конечно, это калла. ГДР нет, а посуда есть еще. Какая сахарница. Какая нарядная. Ваза интересная, тяжеленькая. Тоже похоже на Арцберг. Томас. Неужели это Томас? Да.
Розенталь, господа. Смотрите, какие прикольные формы. Какой заварник. Вообще обалдеть. Ну, это фаянс. Кто-то приобрел, подумал, ничего себе, вот это я крут. Вот это я круто, конечно, вообще. У меня стиль такой вообще. Настолько так вообще лихо все закручено у меня. Как я умею вообще, знаете, у меня такой вкус вообще. Кто-то подумал. И вот он подумал, и на этом все кончилось. Все его мысли. Так, ну что, господа, на этом Розентале я вам говорю до свидания. Будьте крутыми, покупайте классные вещи, которые вообще никогда больше не встречаются. Они будут у вас. И все вам будут завидовать по белому и по всякому. Вот. А вы будете на это не обращать никакого внимания. Говорить, кому я должен, все свободны. Да, 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 шикарная вещь. Так что до свидания и наилучшие пожелания, господа. Всем пока.